Що ж, наігрался я вчора, пару часиков поиграл в данный шедевр Legends of Guye. Натурелла какая-то там, я даже выговорить это не могу. Очень сложный язык. Я, ну, понимаю, что я не такой развитый человек. Ну, ничего страшного, это ж такое. Типа, я зашел поиграть немножко. Я в карты никогда почти не играл. Там 200 игр когда-то сыграл, тот Хардстоун. Но это особо не дает никакого, как говорится, опыта в данном проекте. Зашел я немножко поиграл, нихуя не понял, русского языка что-то не завезли, там, я думаю, уже есть где-то, можно в папках полазить, поставить замесь yen.ru, в итоге у тебя там изменится все на русский, вау, гениальная система изменения языка, но ничего страшного, это риоты пофиксят, это несложно, но я надеюсь, еще пофиксят немножко баланс, потому что я немножко не выкупил, когда меня просто я не знаю сколько, 15 или 17 урона просто нанесло, или то был баг. Просто все карты в один момент сразу меня ёбнули и все, типа, ну я сурент просто еще тогда не нажимал. Ну, просто какая-то карта была, которая сносила мне 14. Потом какие-то а-ля, ты кидаешь какой-то баф, блядь. Не, даже не баф. По центру ты кидаешь хуйню, которая срезает чью-то карту. В итоге вылазит хрень, которая блочит эту херню, которая срезает карту. Боже, гениально, я, конечно же, объяснил, но я немножко не вдупляю, нахуя такое делать. То бишь, я обычный долбоеб с дефолтной колодой захожу поиграть в обычку, и против меня, типа, вылазит с такой, блядь, не знаю, колодой, анти, блядь, анти любой случай, ну, на любой случай жизни. Ты заходишь, короче, и сразу проебаешь. Не, ну, я начинающий, хорошо, но, блядь, играть с ботами, наверное, мне так надо. Наверное, мне надо играть с ботами, ничего страшного, но явно человек, который... Я попросил друга, зайди, пожалуйста, поиграй, у тебя есть опыт в этом дерьме, ну, в карточных вообще играх. Как бы около 2000, 4000, блядь, у тебя там игр, блядь, в этом говне. Думаю, ну, поиграй, ну, может, блядь, ну, что-то есть там. Он сказал, что там нет баланса, то бишь... Вывод таков, что нужно ждать какого-то обновления, возможно. Не, ну, допустим, весьма для телефонов, вот на телефоне, если там посидеть, подрочить, можно. А вот и за компом дрочить я не хочу, ну, как-то, знаете, неестественно. Лучше где-то в маршрутке, там, еще где-то. Что, блин? Ну, в общем, прикольно. Далее еще проблема была в том, что нужно было ждать дроп. Зачем мне ждать дроп, я не знаю. Типа, риотам респект, что они хотят на все хуи усеться. Спасибо большое, что вы на все хуи усаживаетесь и хотите, чтобы все играли ваши игры. Но опять же, блять, дроп. Ну, на самом деле я понимаю, зачем дроп был сделан, чтобы популяризировать данный проект. Вот и все. Что ж, всем спасибо. Я немножко сказал свое мнение об этом дерьме и. Все, всем удачи, всем спасибо. Кто зашел, подписывайтесь, не подписывайтесь, ставьте дизлайки, блядь, срач в комментариях, блядь. Пока, ёпта. Пока-пока.